Финальные штрихи. Хороший пляж, как корабль. Все должно выглядеть идеально. Это санаторий «Селена» в Витязево. Перед линией прибоя достаточно свободного места. Можно располагаться. Для гостей охраняемый периметр, видеокамеры. Всего на побережье их планируют установить более 120 и подключить к системе «Безопасный город», которая себя уже зарекомендовала. Обязательная лодка у уреза воды. Матросы-спасатели, готовые прийти на помощь. Первые отдыхающие уже у моря. Вода вот-вот согреется, чтобы можно было купаться всем без исключения. На пляже отеля дюны золотые. С этого года выдают полотенца. Уходя, их сдают, а в следующий раз берут чистые. Здесь работают по схеме «Все включено». Аниматоры пока разминаются, но скоро сюда приедут семьи с детьми. К новому сезону расширили спортивную площадку для детей. Кроме того, решили, что медик, который наблюдает за самыми юными отдыхающими, будет доктором Айболитом. Мы сделали такой некий персонаж из доктора, доктор Айболит, который проводит с ними оздоровительные занятия, ЛФК, скандинавская ходьба. Но это все в игровой форме, в сказочной, дети стали тянуться. Мы стараемся каждый год что-то новое вносить, очень много постоянных гостей, чтобы глаз, как говорится, не замыливался. Что-то новое каждый год мы делаем. Основные заезды детские начинаются с сегодняшнего дня. До 5 июня к нам заедет 75% детей в детские лагеря. Это порядка 16 тысяч детишек заедет. Организованный сектор принимает гостей, но море еще холодное. Море от 16 до 18 градусов. Поэтому купальный сезон, режим купания предусматривает купание для взрослых выше 18 градусов, для детей выше 20 градусов. На пляжах работает комиссия городской администрации, которая смотрит за тем, какое оборудование устанавливают арендаторы. Главное требование – эстетичность и надежность. Вместе с тем в мэрии говорят, что сегодня многие и сами устремились в погоню за лидерами. Конкуренция усиливается, а в выигрыше – потребитель.